Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин снова падает после вчерашнего восстановления. Сделаем сегодня технический анализ биткоина, поищем поддержку на альткоинах. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Биткоин 55 тысяч. весь этот рост, который был на восстановлении рынка вчера, он ушел в никуда, к сожалению. Так ни хрена и не заработали. На недельном таймфрейме видите, что биткоин пробил трендовую линию. Так что можно думать о том, что падение будет продолжаться. Почему? Потому что это была очень сильная трендовая линия. Биткоин шел по ней в течение года, и вот пробил. И теперь идет к уровню поддержки. Я думаю, что уровень поддержки ближайший на 52 тысячи. Но если вы посмотрите на этот M-паттерн, который есть на графике, вот он, буква M на биткоине. Если мы померяем этот M-паттерн, померяем высоту этой дуги, то это будет вот такое расстояние. В самом лучшем случае, если биткоин будет отрабатывать этот паттерн, то тогда мы можем опуститься куда? На 46 тысяч. На 46, ребята. Видите, да? 46 по этому паттерну. Также мы ранее считали волны лета, которые уже закончились. И дальше была коррекция ABC. Но она все еще продолжается, похоже. Я вчера думал, что закончилась уже эта коррекция. Но падение продолжается, и ни хрена она не закончилась. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Стохастик ушел в перепроданность на недельке. Его значение ниже, чем было в прошлом году. Посмотрите, раньше была какая перепад. Проданность. В сентябре 22 года, декабрь 22. Тогда биткоин стоил 16 тысяч. Последний раз мы видели такую перепроданность именно в те дни. Пробивает поддержки биткоин. И видите, что было за последние два дня. Опускался биткоин на 53 тысячи и отскочил на 58. И там, конечно, нужно было закрывать. Потому что теперь биткоин идет туда же на 53. Поэтому получается, что коррекция ABC не закончилась. Ребятулечки, можем оттолкнуться от 52 тысячи. Но, скорее всего, пойдем на 46. Но это, конечно, будет мощное падение. Поэтому худшему сценарию получается, что мы потеряем еще 15% на биткоине. Вот такая история. Это основной уровень поддержки на 46 тысяч. На 52 тоже поддержка. И можно ожидать какой-то реакции на этом уровне. Но пока что все падает. Так что коррекция ABC не закончилась. Могла бы закончиться на 52. Но опять же, скорее всего... Она закончится на отметке 46. От 46 можно ожидать очень хороший отскок. Почему? Потому что мы до сих пор находимся под этой желтой трендовой линией. И биткоин уже отталкивался от 53 тысячи. Поднимался на 58 и подходил близко к желтой трендовой. Но затем все-таки развернулся и идет вниз. Вот он на четырехчасовом тоже видно. С 53 на 58 и затем обратно. Поэтому не закончилась еще коррекция ABC. Я бы все-таки придерживался тех торговых идей, которые у меня уже есть. Во вчерашнем видео я предупреждал, я говорил, что падение может быть не закончилось. И можно ожидать 52 тысячи и также 46 тысяч долларов. Поэтому первая торговая идея, открываемся на 52 тысячи, стоп лосс на 51 600 и тейк профит на 88 тысяч. Если, конечно, биткоин туда пойдет. И вторая торговая идея. Ну, в принципе, можно попробовать и на 52 поймать отскок. Но если будет отскок от 52 тысячи, вряд ли биткоин полетит на 88, поэтому лучше ориентироваться на уровне сопротивления. И вот такая сделка, скорее всего, более актуальна. Цена входа 52 тысячи, стоп-лосс на 51 900, но это слишком плотный стоп-лосс. Давайте это двинем. И тейк профит на 58 700. Предыдущая поддержка, которая теперь сопротивление. Риск 229 долларов, заработать можно 6650. С десятым плечом будете торговать, заработайте 66 тысяч долларов. А следующую сделку я бы не открывал. У отметки 46 тысяч, потому что это основная основная поддержка. Там уже можно открывать более крупные позиции и уже рассчитывать на поход на 88. Но, конечно, для рынка это будет серьезное испытание. Пересидеть такое падение, иметь это в виду. Но теперь давайте посмотрим на общую капитализацию рынка. На биткоине все выглядит не очень, но теперь смотрим на общую капитализацию. Опустились ниже 2 триллионов уже. Кстати говоря, здесь тоже было какое-то восстановление, безуспешное. Вот смотрите, мы опускались на 2 триллиона долларов, затем восстановились на 2,3 триллиона, и вчера снова упали на 1,9 триллиона долларов устанавливаем новые минимумы на общей капитализации рынка и тоже пробиваем эту основную трендовую линию. Давно уже тянется эта желтая трендовая линия, и теперь смотрите, мы ее пробиваем. Пробивали, но теперь сидим ровно на ней. И здесь также можно увидеть аналогичный M паттерн, как и на биткоине, и пробили симметричный треугольник. Видите, все похоже. М-паттерн. Если этот паттерн отработает, это то же самое, как и на биткоине. Чик, буква М. И если она отработает, то тогда смотрим, что будет на капитализации. Это биткоин, альткоины, мемкоины, все подряд. Короче говоря, тогда мы уходим на эту годовую поддержку 1,6 триллиона долларов. На 1,68 здесь сильная поддержка. Но опять же, можем опуститься на... Да, вот на годовую поддержку на 1,6 триллиона. Это будет очень сильное падение на рынке. Но это получается 20%. Это будет, конечно, жестко. Но теперь давайте посмотрим на... что, на мой торговый баланс. Сделочка по биткоину у меня в минусе на 18800. Было позавчера минус 24. Вчера было минус 6000. тысяч. Но теперь сегодня снова минус 18. Если биткоин будет падать на 46, то меня просто ликвиднет. Поэтому мне нужно отодвинуть стоп-лосс ниже 46. Нужно добрасывать маржу. Тут уже маржи до хера на 40 тысяч долларов. Размер позиции 267 тысяч. Но если я хочу отодвинуть стоп-лосс ниже 46, то мне нужно тогда добавить еще 1020. И у меня маржа по этой позиции будет тогда уже 60 тысяч. На балансе 506 тысяч 100 долларов. Вчера вроде восстанавливался. От 519 поднимался на... 538, а теперь снова падает минус 18200 на споте за вчера, USDT на 183 тысячи, mcrt на 71800. биткоин на 7300. минус 5 процентов. Вот вам и понедельник, но опять же ETF еще не открылись. Uniswap на 42000. тысячи, минус 7 процентов, минус 9%, World Coin минус 7 процентов. Весь плюс, который был вчера на восстановлении, обнулился. Да. И у меня всего этого на 50 штук каждого. И на деривативах еще минус 19 тысяч. Все выглядит, конечно, безрадостно. Но посмотрим, что будет, когда откроются торги на ETF. Может быть, вернется давление покупателей после этих долгих выходных, после этой атаки на биткоин. Может быть зайдут покупки уже наконец-то. Уровень поддержки на дочкоине на 0.083. И кстати говоря, я все это предсказывал. Но проблема в том, что он сам зашел раньше. Я заходил вот на предыдущем падении, все выглядело неплохо. И затем БДИШ Ушли на 9 центов. И опять я в минусе. Я думал, что я откупаю дно, но в подарок прилетело второе. А теперь давайте посмотрим World Coin, Тоже я добавлял в эту позицию. World Coin достиг уровня, который я ставил на 1.78. Я там ставил уведомление. И оно сработало. Но если 1.70 пробьет, я даже не знаю. Следующая поддержка на WorldCoin будет. Где ее найти-то? На доллар 25. И похоже, что все. Летит на минимум. Давайте посмотрим еще на BNB. Тоже какое падение, смотрите. Если считать от самой вершины, то это 50%. 50%-то на BNB падение. Ни хрена себе. Где тогда можно было бы найти поддержку на BNB? Нет поддержки. Аж дом. Я бы сказал, что поддержка на 386. Я надеюсь, что вы продавали все в марте, когда я предупреждал. Потому что я продал, когда почти все было на самой вершине. Ну и пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки, курсы, биржи телеграм к телеграмму обязательно присоединяйтесь торгуйте вместе с другими трейдерами которые тут постоянно что-то обсуждают джеймс пожалуйста запиши видео о том как киты манипулируют рынком как они это делают они вот использовали например 4 июля вот посмотрите где началось падение оно началось когда начали вот выпускать этот нарратив 4 июля. И затем было вот падение с 60, ушли на 53. Поэтому они использовали эти долгие выходные, пока мало кто торгует, нет ттф для того, чтобы выпустить эти негативные новости и обрушить рынок. Тем не менее, я об этом предупреждал. Я сам все продал в марте. Я тогда говорил, что это вершина. И с тех пор рынок падает. Если мы посмотрим на теханализ, то мы на самом деле увидим, что биткоин идет к поддержке на 52 тысячи долларов, но может опуститься и на 46. Легко. Лучше было бы мне, конечно, все продать в марте и больше ни хрена не делать, вообще ничего не покупать и ждать, пока биткоин сюда и опустится. Если, конечно, и там не удержится биткоин, но то тогда, я думаю, что уже люди потеряют просто веру в биткоин и в крипту, потому что следующая поддержка на биткоине это уже на 41 тысячи долларов. Я все-таки рассчитываю на то, что откроются торги на ETF в понедельник и истинная цена биткоина 58 тысяч. Когда запустились торги на ETF, биткоин стоил 58 тысяч. И очень важно, что будет происходить, когда сегодня откроется ETF. Мы увидим, что думает американский рынок о биткоине, как они воспринимают вообще это падение, которое было на выходных. Негативно они к этому относятся, или они думают, что это хороший дисконт, то, что биткоин так опустился на выходных из-за этого нарратива, который шел все это время. В общем, посмотрим, как они ко всему этому относятся. Откроются торги по ETF, и тогда посмотрим, как отреагирует рынок сегодня. Это очень важный, очень важный момент. Если открывается ETF, и биткоин продолжает падать, все падает. Это будет кровавая баня. Если с открытием ETF начнутся покупки, им будет восстановление на рынке, это тоже даст нам, соответственно, информацию. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Если вы сейчас потеряли деньги, тогда старайтесь сохранять свой капитал. Если вы заработали какие-то деньги после того, как вы закупились на прошлом медвежьем рынке, то тогда лучше фиксироваться. Всех люблю, обнимаю и увидимся завтра.